Недвижимость, наоборот, стала очень доходной инвестицией. Стоимость квартир за год в среднем прибавила по России почти 7%. Цены росли у нас в 4,5 раза быстрее, чем в 2018-м, вдвое обгоняя мировую динамику. Как пишет «Коммерсант», этому способствует изменение законодательства, отраслевая инфляция и повышение доступности ипотеки. В результате всего этого Россия поднялась сразу на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье, занимая сегодня 19 место из 56. Больше всего недвижимость подорожала в Казани. Первичка там всего за год прибавила 30%, и в среднем метр стоит 91 тысячу рублей. По стране 58,5 тысяч. У нас в Петербурге средняя цена первичного жилья почти 116 тысяч за квадрат. Но на этом фоне эксперты говорят, что рост цен должен замедлиться. Первая причина в том, что покупательская способность не способна выдержать такой прирост, и доходы населения не растут так же, как и растет стоимость квадратного метра. Вторая причина – это конкуренция на данном рынке, которая в том числе осуществляется по стоимости квадратного метра. Ну, кроме того, эксперт предупреждает о том, что нас рано или поздно ждет спад в экономике, а с ним цены могут вообще пойти вниз. Ну, а пока в мире квартиры больше всего подорожали в Китае. Все больше китайцев способны и хотят эти квартиры купить. На Мальте предлагают гражданство в обмен на инвестиции. Ну, а в Чехии цены подскочили после многолетнего провала. И яркий пример – Карловы Вары, где россияне накупили квартиры, сейчас не могут их продать за деньги, сопоставимые с теми, что когда-то платили сами.